Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики, поэтому смотреть можно в любом возрасте, главное не показывайте это родителям. Всем привет, друзья, с вами я, Женек, и сегодня мы с вами поиграем в мод для GTA San Andreas, который называется GTA Russia 2016. Короче, в этом моде самое пиздатое, это, видимо, те заставки загрузочные, которые идут в самом начале игры при ее запуске. Они идут секунд по 30 каждый, их нельзя нихуя скипнуть. Вот это вообще замечательная тема. И следующее, что мне здесь очень понравилось, это картинки в меню. То есть нажимаешь на контроллер, получаешь вот таких вот кисок отвратительных и страшных, но тем не менее. И в начале, в самом главном меню, у нас стоит невеста на фоне Лады. Скорее всего, ее муж хачик и алкаш, и будет ее постоянно пиздить. Но тем не менее, давайте начнем новую игру. Послушаем охуенную музыку. Посмотрим на жопу какой-то проститутки, и все будет замечательно. Даже двух проституток. Я хочу в игре увидеть то же самое. Аэропорт Фрэнсиса, Либерти Сити. Какого хуя мне показывают негра? Ага. То есть в меню вы мне показывали красивых беленьких сучек, а в игре вы мне показываете какого-то негра? Вы чё, блядь, издеваетесь надо мной, что ли? Ладно, хорошо, я буду надеяться, что я увижу таких же замечательных проституток в самой игре. Следуйте за иконкой, чтобы вернуться в радость. Приятного вам дня. Да, вот приятного тебе дня, иди нахуй из машины, я хочу поехать. Вау-вау-вау, слышь, аккуратнее, ты чё? Помнёшь машину? Ах, схуяли мне звезду-то дали, я же ничего не делал. Нет, главное, по мне стреляют, мне же звезду дают, ну охуеть теперь. Вот это логика игры. Кстати, здесь прикольная тема, здесь заменили текстуры. Да, текстуры деревьев, текстуры травы. Ну как это прикольная тема, это, конечно, абсолютно беспонтовая тема. Нахуй никому не нужна, но раз заменили, значит заменили. Ну да, чувак, как бы твоя родная улица, но подождите. Какого хера мне в меню показали таких замечательных проституточек? А сейчас я, блядь, гоняю за негра и смотрю на бомжей. Меня это нихуя не устраивает. Ну-ка, подождите. Я на Ладе Приори, я так понимаю. Я говорю, я нихуя в транспорте не разбираюсь, поэтому мне что Приора, что Калина, что... Что это, блядь? Что это за любитель БДСМ? Мужики, вы кто? Кто нахуй совсем обнаглел, я ничего не понял. Вы, блядь, обкуренные, что ли, тут все где? Где обещанные девочки? Да, блядь, ты угораешь, опять звезда? Замечательно. Просто чудесно, я уже начинаю любить этот мод. Мне просто ни с хуя звезды падают. Звезды падали с небес. Вот, наконец-то. Эй, эй, блядь. Гони пушку, я беру тачку. Эй. Эй, нахуй. Вам нужно больше денег. Чё? Ты угораешь. Подожди. Хесо. Ям. Вот так покатит? Сколько же эта шлюха запрашивает? У меня 350 баксов, а ей мало. Эй. Слышь, у меня есть деньги. Да есть у меня деньги, блядь. Сука. Понапоказывают каких-то девчонок, а потом они нихуя со мной не тусуются. Что за дела? Надо еще одну найти. Чего? За что? Че я сделал-то? Алло? Ёбаная игра, ты че, надо мной издеваешься сейчас? Специально, да? Сука. А че я сделал-то опять? Я просто стоял, я, блядь, пытался снять шлюху. Это не незаконно, нихуя, это все вполне себе нормально. Что за дела? Почему у меня две звезды? Две звезды, блядь. Две светлых повести. О, нихуя себе. Чё? Почему? Три звезды. Блядь, чё я такого натворил? Или на Ладе Приори ехать, это уже противозаконно. Ёб твою мать, она еще и сворачивается постоянно, что за дела? Да, я хочу прокатиться. Пока меня, блядь, совсем не убили. Три звезды. У меня вопрос, почему, если это все-таки Россия 2016 года, почему все говорят на английском? В каком году этот мод делали? Нас еще Америка не завоевала. Блять, опять где-то стрельба идет, где-то кто-то на кого-то орет, но
при этом звезды дают мне. Какого хуя? Я что, Аль-Каиды, что ли, чтобы на меня все говно вешать? Короче, ребята, эта игра вылетела просто к хуям. Мы с вами так ничего и не прошли. Куда ты едешь на красный? Стой! Но сейчас... Эх, хорошо, сделай по-плохому. Вот так вот. Сейчас я хочу разобраться. Я раз уж ее перезапустил, я хочу разобраться, какого хуя мне давали звезды за просто так. То есть, я ни хера не делал, я вообще стоял себе тихонечко, там, ездил где-то аккуратненько. И мне просто прилетали звезды. За что? Вот я сейчас хочу посмотреть. Возможно, за то, что я ехал на угнанной машине. Вот сейчас я угнал автобус, сейчас посмотрим, то есть, дадут ли мне звезды или нет. То есть, даже когда я людей давлю, и то ничего не происходит, мне никто никаких звезд не дает. Короче говоря, игра в очередной раз послала меня нахуй и сказала, что посмотреть у меня ничего не получится все равно уже. Она второй раз вылетела. Таким образом, короче, я предлагаю закончить. Какой отзыв я могу сказать об этом моде? Абсолютно бесполезный мод, то есть он не добавляет никакой России, абсолютно только русские тачки. Но представлен он был даже по скриншотам, в принципе, очень пиздато, как будто бы это чисто рашка какая-то. Дома вот эти, блядь, хрущевочки, красивые кисули, классные машины, сабвуферы всякие, шлюхи на фоне деревни. Это, в принципе, было замечательно. Какие-то невесты, блядь, на приорах. Но ничего этого в моде не оказалось. В этом моде оказалось только большое количество вылетов, которые идут прям один за другим. И хуй знает, за что дающиеся звезды. Я, конечно, понимаю, что мы играем за криминального персонажа, но давать звезды, пока он еще нихуя не натворил, это как-то вообще несправедливо. Я, блядь, даже первое задание в игре выполнить не могу. Короче, вот такая вот фигня. Если хотите, качайте этот мод, не хотите, не качайте, но мое мнение, что он немножко хуёвый. Вот, в общем-то, и все. Спасибо, с вами был я, Женёк. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.